Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Камарач, и всех рад приветствовать в очередной серии по рыбалке The Fishers Online. И я сегодня хочу купить спиннинг. Да, вы не послышались, купить спиннинг, не знаю, как будет, круто, не круто. Длина тест от 5 до 15 граммов, приманка выдерживает вес 5 килограмм. С щукой, вот не знаю. Вот мне кажется, эта покупка, конечно, вообще крайне невыгодная, но хочется мне начать, знаете как, неординарно. Я всегда начинал с фидеров, точнее, вот всегда. И мне хочется вот, ну, более-менее нормально как-то вот начать. Не хочу я с фидеров начинать, вот, ну не хочу и все, вот хоть убейте меня. Хочу начать... Нормально так. Вот леска монофильная. Это у нас тип монофильная. Толщина 0,20. Так, на 2. Давайте возьмем на 5 килограмм. И возьмем поводки. Вот поводок. А вот поводок возьмем 2,80. Чтоб если что... 5. Чтоб у нас не сломалась наша удочка. И там, смотрите, до 15 грамм, да, то есть 18 это тяжеловато, блесенка. Давайте возьмем вот такую вот. Вообще дешево все стоит. 21. Возьмем 3 грамма. Вот 6 грамм, 10. А тут нельзя было так выбрать? Нет, тут чисто так. Давайте возьмем 3 грамма. Возьмем 6 и возьмем 10. И вот такая вот еще блесна интересная. Вот 12 грамм. Не хватает средств. А чё? А, не посмотрел на цену. Ладно. Оки, дорогие друзья, оки-доки. Вот здесь парень выловил щуку, первую я видел. Давайте сейчас попробуем тоже что-то сделать. Что-то выловить. Снасти. У нас есть. Давайте на двоечку. Нет, спиннинг на троечке будет. И будем собирать катушку на 4 килограмма. Сам спиннинг на 5. Леску на 5 килограмм. Нормально, я думаю. И поводок на 2,80. А приманочку... даже не знаю. Давайте начнем с вот этой на 12 грамм. Как вот в жизни я на такую ловил. И вроде бы ничего, так нормально было. Так, спиннинг есть у нас. Давайте посмотрим. Может быть, что-то и удастся нам с вами поймать. Касание воды. Удар одно. Так. Равномерная проводка. Фракцион. Можно ускоряться, видите, вот раз. Сейчас равномерная. Не знаю, как будет выглядеть, когда будет клевать щука. Вообще, как это будет выглядеть? Может быть, это будет что-то с чем-то, знаете, вот какая-нибудь поклевка такая прям бфф, убойная, не знаю. Ну, давайте вот удар одно. И будем потихоньку вести. Будем... Хотя, я даже не знаю, надо ли остановки делать или не надо делать. Удар одно, вот пишут опять. Может, вот так вот и даже дергать не надо, я не знаю, правда. Равномерная проводка, но щучки пока нет. Щучки нет. Не знаю, сколько надо будет поблеснить. Давайте я буду блеснить, и вдруг, если что-то попадется, я уже тогда включусь. Короче, ребята, не получается у меня что-то нифига с щукой. Я не знаю, на что ее ловить. У меня попался только один окунь, и все. Я что-то не так делаю, это 100%. Ну, сейчас попробуем здесь. Достаемся. Окуня я поймал на вот этот вот КТР от КРЛ Арум. Но... Нифига, нифига. Ну давайте возьмем 5-граммовый.
Покидаем, посмотрим. Может, что и поймаем. Но люди таскают щуку. Вон видно в чате, что окунь, щука заходят. Все таскают. Но что-то один я не могу таскать, нифига. Окушка я поймал. Вот, окушок был, да. Я его поймал нормально. Но в остальном что-то вообще тухловато. Хотелось бы поймать щучку. Знаете, как вверху чук-чук-чук идет. Так, сейчас сюда закинем. Тут попробуем. Может быть, что-то и получится выловить. Но только один окунь. И то мелочь там вообще незначительная была, а не окунь. Ерунда, короче, по сути дела. И я даже не понял, что он клюнул. Я тащу, 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 смотрю, леска в сторону начала уходить. Думаю, о, ну, значит, поклевка как бы есть. Что-то есть. Смотрю, окунь. Ну, то есть, как бы, щука так не будет клевать. Щука клюнет нормально. Нет, тут, видите, здесь вот окуня вот ловят. А вот на том месте, видите, щуку таскали, вот прям. А что вот это такое? Ничего, да? Странно. Ну ладно. Тогда давайте пойдем опять на это же место, где вот щучку ловили. Таскали, ребята. Если они таскали, значит и мы с вами сможем потаскать. Просто что-то как-то не везло. Вот. Вот тут здесь. Вот сразу вот окуня вылали. Вот надо туда в кувшинки кидать, вон всплески. Давайте, коли мы поймали окуня на эту наживку, давайте также закинем, также попробуем. Блин, кидает, конечно, вообще далеко. Очень далеко. Удар одно. Я еще не знаю, на какой проводке надо щуку ловить. Тут тоже не то, что блесну, я даже не знаю, на какой проводке ее надо вытаскивать. Это, конечно, вот может быть огромный минус, потому что на поплавок или сейчас бы на фидер бы я бы просто тупо ловил и не парился. Закинул бы донки, сидел, ловил рыбу, курил бамбук и зарабатывал бы себе деньги. А сейчас, купив спиннинг, я себе зарабатываю огромный такой геморрой на всю задницу. Карп чем-то на лошадь. Вообще, я даже не знаю, как тут человеку в ПМ написать. Давайте поменяем. На 12 поставим. Удар воды, удар одно. Хочется, хочется поймать рыбу. Крамер какой-то пишет. Видите, вообще, да, ноль. Может быть, щука будет ночью более активна. Как-то ночью можно будет ее поймать. О, лесочка, лесочка, видите, вроде бы уходит. Или нет? Нет, это было мое заблуждение. Давайте попробуем вот здесь. Тоже закинем, почему бы нет. Все может быть. Ребята, клюнула, клюнула. Первая поклевка, смотрите, я думаю, это щука. Охренеть. Смотрите. Походу, это она. Да, это щучка, ребятки. Это щучка, первая щучка. Травянка. Почему травянка? Ну, гляньте, какая красавица. 849 грамм. Вообще, забираем, конечно. Вообще, отличная щучка, гляньте. Класс, 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 класс. Оставляем, оставляем. Так, смотрите, какая блесна. А, вон внизу справа в углу блесна. Скорость проводки я сделал 60. Так, стоять бояться, 60. И на 60 я ее поймал, кидал вот туда. Но немножко я блесну приостановил. То есть я вот так вот раз, приостановил, опять приостановил. То есть вот так вот я ее выловил. То есть, как бы, шанс есть поймать щучару. Главное, вот, вот так вот игра. Вот такая вот должна быть. Но это было круто, ребята. Серьезно. Поклевка такая сразу была видно. Так вжух, натянулась и все. Фрикцион тоже слышали, как немножечко потрескивал.
Было, видите, как он вверх-вниз, вверх-вниз. Как, прям как в песне в пошлой. Ну, ладно, не будем об этом. Но щучка впоймалась. Значит, возможно ее поймать здесь. Надо вот так вот кидать и просто пробовать ее ловить. Блесна такая подходит. 12 грамм, значит, все нормально. Можно, я думаю, даже вот так вот ловить. По чуть-чуть просто крутить. Будет подрываться. Интересно, если просто на быстрой вообще проводке вот так вот, вот вести, не припускать вообще ни этот, ни секунды, щука возьмет или нет? Успеет она на такой скорости среагировать? Или все же нужно будет останавливать? Касание воды, удар дна и погнали. Видали, видали всплеск? Ни хрена себе, это она. Это щучара. Идет, жару дает. Но вот сейчас чисто поверху она идет, вот прям жу, прям по воде. Приостановим. Удар в дно, ничего. Ничего. Как же шта у меня клюнула? Просто чисто случайно, не может такого быть. Не думаю, что... Как говорила черепаха в кунг-фу панде, случайности не случайно. Не может быть такого, что случайно. Ничего там не случайно. Вот так вот будем сейчас немножко с остановками. И будет все гуд у нас. Ну, скорость, конечно, вообще сумасшедшая. Я даже не думал, что она на такую скорость возьмет. Ну, как видите, взяла вот в траве, в траве. В траве. Нет, нет, нет. Не захотела. Не, одна щучка это, конечно, вообще что-то ни туда, ни сюда. Это плохо. Может, надо походить, не в одно место кидать. Походить немного надо. Давай, давай, клюй. Ну, я помню, как я ловил в РР4 щуку, там вот когда быстрая проводка была, и вот небольшие такие остановки, она вот любила такую ерунду. И как только остановка заканчивается, ну, то есть остановочка, она в эту остановку берет. Она хватала. Так, ну раз на эту блесну взяла, значит, я думаю, нету смысла бегать куда-то. Бегать куда-то. Между блеснами бегать. И можно половить так. Давайте сделаем 50 проводку. О! О-о-о-о-о! Ребятки, ребятки! Фрикциона добавим. Вот это серьезная щука. Это серьезно. Блин, мне нравится, ребят, прям нравится. Еще добавим. Давай, 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 родная. Не, мы тебя выловим. Я думаю, это, ну, судя по спиннингу, килограмма, ну, полтора, думаю. Так всегда, что кажется, что прям супер крупная, на самом деле нет. Давайте фрик на 16. Не, да? Скорости чуть-чуть добавим. Во, пошло, 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 пошло. Ах! Нет, 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 не пошло. Ничего, выловим, выловим, ничего страшного. Это борьба, борьба, она в итоге, она все равно подустанет и потом сдастся, мы ее поймаем. Вот, 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 пошла, пошла, пошла уже. Ее главное наверх поднять, как только вот наверх поднимешь, будет попроще. Хотя щука это такая гадость, я вам хочу сказать, что она вот может вы ее тащить, она резко пируэты будет выделывать. Блин, неужели катуху надо было посерьезнее покупать? Не, ну это конечно. Это конечно да. Уже фрик на 16, его прям вообще она его тащит, 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 тащит. Угу, пошло дело. Хотя, пошло, непонятно. На 17 давайте сделаем вообще фрик. Удочку вверх вообще не поднимает. Вот, вот просто вот, вот не может и все. О, о, давай, 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 давай. Не давай ей
Тебя победить. Это заразина. Лишь бы не сорвалась, мне прям интересно, на какую уж это. Ой, на какой. На какой вес? Какой вес вообще у этой щучки? Прям вообще вот мне очень сильно интересно. Лишь бы я ее выловил, чтобы я хотя бы знать, вот, на что способен этот спиннинг. Но я думаю, катуху надо по-любому. Надо накопить денег, катушку получше купить. Иначе так вытаскивать, если эта щука всего лишь 1,5 или 2 килограмма, то это вообще не выход, вот правда, из ситуации. Давай, 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 давай. Ну мы ее почти вытащили, ребятки, смотрите. Уже осталось чуть-чуть. Она уже рядышком, прям совсем-совсем. Ну борется она, вот гляньте, борьба прям жесткая идет. Прям очень жесткая борьба. Давай, 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 давай. Нет, 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 нет. Подруга, ты уже все, ты уже поймана. Ты уже вот правда все тебе. Кранты, манты. Смотрите, ребята, этот монстр показался. Глядите, глядите, глядите. Вот это монстр. А иди сюда. Нет, 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 нет. Она уходит. Она уходит, ребятки. Блин. Вот это монстр. Нет, иди сюда, иди сюда. Блин, она уже была здесь. Она уже была тут, а я ее. Ах. Так. Давай, давай, давай. Во-в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 о. Ну я ее, наверное, хрен подыму. Давай, уже родная. Ну давай, все, успокойся, уже хватит, успокойся. Ты уже почти у меня в руках. Уже почти тут. Гляньте, как спиннинг согнулся. Охренеть. Стоять! Стоять, 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 стоять. Блин, а? Так, подымем. Подымем, теперь будем подтягивать ее. Блин, она вообще не дает. Она просто не дает. Черт возьми. Вообще, ребята, гляньте, она просто бешеная какая-то. Ух, ладно. Подсак, 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 ребятки, смотрите. 4 килограмма 100 грамм. 20 опыта. Ёшкин матрёшкин. Да. Да, это, конечно, серьезно. Это очень серьезно. Давайте глянем. У меня садок прям аж забился. На 4 килограмма 100 грамм. Вот это да. Ребят, ну, давайте сейчас продадим ее. Так, мы можем на базу телепортнуться? Можем, во, получается. Получается, давайте сейчас мы ее скинем, посмотрим, сколько она стоит. Всего лишь 5 рублей? Охренеть, почему так мало? Я думал, она будет больше стоить. Блин, печаль да беда. Давайте продадим ее. Ты не знаю, с этих мы что-нибудь можем сделать. Давайте посмотрим. Разделочный стол. Ну, хоть с нее можем кусочки рыбы сделать. Блинский. Я опечален, короче, дорогие друзья. Надо катуху посильней. Посильней. Да и удочку, в принципе, надо тоже посильней. Давайте посмотрим на спиннинге. А, тут выбора как бы нету на 5, на 3 тоже выбора нет. Наверное, придется ехать на какой-то другой водоем. Но пока, в принципе, ими можно половить, я так понимаю. Но если будет вдруг все печально, то мы можем купить фидер за 10 этих монет. Уж 10 монет мы и на поплавочке нашкребем, и так нашкребем. Но я все-таки буду ловить на спиннинг и попытаюсь заработать деньги таким вот методом. Короче, всем спасибо, кто посмотрел. Подписывайтесь, поддерживайте, комментируйте, лайкайте. С вами была Камарачи. Всем ни хвоста, ни чешуи.